Не верьте, что было не страшно солдатам, парням и девчатам 17 лет. Но родина-мать звала в атаку, и вместе на фронт шли и внуки, и дед. Виват Ленинград! Виват вся Россия! Виват безымянным могилам солдат! Виват санитаркам, Татьянам и Ирам! Виват всем, кто выжил и павшим! Виват! Сегодня мы все отмечаем победу. Мы помним еще и благодарим за мир, за покой. Память всем дедам и бабушкам, чьи ордена мы храним. Они им достались в страшных мучениях, кому-то уже после смерти даны. Не продавайте память за деньги, не продавайте победу родных.